Добрый день. Сегодня речь пойдет о классике, но не совсем классической. Я расскажу о книжке «Дети капитана Гранта», но это будут не обычные Жюль Вернские «Дети капитана Гранта», к которым все привыкли, а графический роман от того французского автора Алексе Нема. Знаменитый французский автор, одно французское издательство переиздает в таком неожиданном виде различные классические приключенческие книжки. На русский язык все не переведены, но вот издательство «Миф детей капитана Гранта» перевело. И, надо сказать, очень хорошо сделало, потому что книжка, конечно, впечатляет. Вот такая карта сразу же встречает. А дальше начинается неожиданное, потому что это все те же самые дети капитана Гранта, только в графическом исполнении. Но главные герои нарисованы в виде животных. Тигров, медведей и даже жаб. Жабой в этой книге стал профессор Паганель. И, надо сказать, ему это очень даже подошло. Потому что, когда мы до него доберемся, вот он, совершенно прекрасный и милый Паганель. Прям вот в точку, можно сказать, попали. Книжка очень, конечно, красиво нарисована. Полностью повторяет всю историю приключений и поисков капитана Гранта вдоль по 37-й параллели вокруг мира со всеми Патагониями, Ландиями, Зеландиями, Австралиями, пиратами и всеми прочими делами. Ну и при этом вот кругом такие милые зверушки. Очень красивая книга, очень хорошо изданная, очень тщательно переведенная. И несмотря на то, что это, в общем-то, комикс, как кажется, если на это все посмотреть, но на самом деле это все-таки то, что сейчас принято называть графическими романами. Это как «Роман-хранители», «В, значит, Вендетта» и прочее. Но это вот «Дети капитана Гранта». Очень красиво и эффектно нарисованы. Вот такие парусники, их можно разглядывать, конечно, очень долго, потому что графически это блестящая работа. Очень душевно и мило нарисовано. Паганель, опять же, странствует. Вот такие милые детальки. Классная книга. Настоятельно рекомендую. Хотя стоит она, конечно, по-конски. Ничего с этим не сделаешь. Комикс вообще стоит дорого. Мифовский комикс стоит в особенности дорого. Но вот как бы все на лице. То есть вот такие полноцветные печати, они в принципе стоят. Книги вообще сейчас стоят недешево. А вот такие книги с таким качеством издания, они стоят еще дороже. Так что цена на эту книгу еще разумная. Говорить вам не буду. Если надо, идите в «Лабиринт» или на сайт «Миф». Смотрите сами, я вас расстраивать не буду. Но посмотреть это стоит. Это вот тот вариант «Детей капитана Гранта», который понравится, конечно, всем. И не надо плеваться от того, что тут все на картинках. Ну, сейчас мир такой, мы любим картинки. Да и вообще картинки любят все. Красивые, хорошие издания, они интересны всегда. То есть смотреть вот такие вещи, их приятнее, чем просто наборно напечатано что-то на серой бумаге. Конечно, классику никуда не денешь, она сама по себе хороша. Но здесь вот она хороша в особенности, потому что она, конечно, очень и очень красиво нарисована. Вот такой у нас Алексе Нем «Дети капитана Гранта». Графический роман.